На закруглении дороги водитель БМВ не справился с управлением. Машина выехала на полосу встречного движения, где в нее врезался УАЗ. В результате пострадал 21-летний водитель внедорожника и две пассажирки. С травмами они были госпитализированы. По предварительной версии полицейских, 23-летний водитель иномарки превысил скорость, и поэтому на мокрой дороге его машину занесло. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.